Я помогаю людям, оказавшимся в ситуации, которые они считают безвыходной. Это правда, что у тебя автомат Калашников? Но люди не любят друг друга под дулом автомата, мне так кажется. Осталась одна заложница. Можем начать штурм. Вы же специалист по психологии террористов. Андрей Павлов, он будет заниматься вашим вопросом. Мы должны убедить вашего брата продать акции вашего отца. Какого черта вы творите? Просто доверитесь мне. Каждый день в разное время пускайте серию какого-нибудь сериала. Про любовь. Я могу принести все, что вы хотите. Яд, таблетки. Я хочу узнать, чем закончится сериал. Я вчера у вас девочку заказывал. Татуировка на левом бедре. Марина зовут. Опозорили меня перед мужчиной? Я просто вам продемонстрировал самый простейший способ использования информации из вашей личной жизни. У вас проблемы с женщиной. Да вы что? Павлов не тот человек, на которого можно опереться. Ты всех обманываешь. Я невеста Андрюша. Дождалась. Чего ты ведешь себя как козел? Потому что я он и есть. Считай, идет другой вилкой. Можно? Ты вообще, ты кто? Чудовище из ада? Может, ты дьявол? А ты не представляешь, как сложно быть дьяволом, потому что вокруг ангелов нет.